Всем привет! Это видео я специально делала для вас, чтобы вам было интересно, и подумала и решила снять, как я рассказываю свои страшные ситуации или можно называть моментами. Я очень старалась вам все объяснить, но зная о том, что плохо объясняю. Эти истории произошли на реальных событиях, но есть также необъяснимые вещи, я вам постараюсь все объяснить. Но если ты еще не подписан, то подпишись. Ну, я начну с того, что эта история жуткая. Мне тогда было лет 10 или меньше, я уже честно не помню. Однажды мы с мамой ехали к моей подруге, она жила на даче, наши мамы хорошо дружили. И у них был во дворе дерево, оно было очень большое, почти как дом, мне казалось, оно было даже выше дома и даже облаков. Это меня пугало. Вот однажды мы решили погулять во дворе, и моя подруга захотела залезть на дерево. Зачем ей это надо было, я не знаю. Ей было лет 12, она была меня старше, и когда мы оставались одни дома, она была за главную. Это меня очень бесило. Когда мы снова остались одни дома, случилось кое-что. И с ней стали происходить странные вещи. То ли она куда-то ночью уходила, то что-то делала ночью. И когда я легла спать, я проснулась ночью, и она стояла передо мной, в руке у нее была вилка, то нож я толком не успела разглядеть, она так смотрела на меня, как будто хочет меня убить. От этого мне было не по себе, но когда мама включила свет, потом моя мама спросила, почему я не сплю уже как бы 3 часа ночи. Потом на утро я все рассказала маме, но она мне поверила. Но я отчетливо видела, что это стала моя подруга. Ну а что случилось дальше, вы узнаете в следующей части, если вы наберете 10 000 просмотров.